Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились? Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне, сэр. Потому что вы все равно будете меня пытать? Это давно уже не наш метод. Мы вас просто поставим в угол. Класс. Как долго вы были без сознания? Когда я очнулся, солнце зашло, по рации передали... Сколько часов прошло? 6? 8? Это важно. Это поезд? Вы про Хантерс Пойнт? Отвечайте на вопрос, пожалуйста. Я не знаю, меня трясло тогда жутко, когда вылез наружу. Было темно. Наружу? Вас засыпало? Я кое-что видел. Вы же сказали, что было темно и вас трясло. Слушайте, вы что, издеваетесь, что ли? Так мы же слушаем, сержант Блэкберн. А вы говорите. Пока. Ну, как скажете. Было темно, вас трясло. После толчка вы что-то видели. Что это было? С другой стороны, у меня есть идея получше. Я дам тебе выбор. Выбор? Какой выбор? Ну, перестань. В чем дело? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, мистер? Имси! Маски же мой начальник!
Бери! Все, бегу живем с тобой! Стоять, ублюдок, руки! Святые угодники! Блэкберн, рад тебя видеть, брат. Через полчаса тут, бля, будет каждый сам за себя. Надо отсюда валить нахрен. Бродяга, это бродяга 1-3. Мне кажется, мы в исходной точке. Город не узнать без этих чертовых зданий. Сделайте то, что должны. Оспри уходит через 5 минут. Вижу дверь. Иди. Эти передавали, что во всем городе повстанцы. Раз и в Иране переворот. Спонсор переворота — наш добрый друг ССО. Смотри,